Какой хороший день. Что это? Сейчас посмотрим. Жду тебя в игре. SCP Мишка. Вы все видите сами. Мне пора туда сходить. Меня зовут. Ну что ты меня звал? Что тебе нужно? Я тут подумал, Ксюша, что хочу сделать тебе сюрприз. Какой сюрприз? Ты скучаешь по Валерке, и я хотел сделать тебе кое-какой сюрпризик. Знаешь, что нужно тебе сделать? Что? Тебе нужно найти форму для запекания в виде кота. Так. Когда найдешь ее, приходи ко мне. Я скажу, что делать дальше. Тебе очень понравится. Ого, котов я люблю, так что не думаю, что произойдет что-нибудь страшное. Это хорошо. А сейчас, Ксюша, отправляйся в игру, где нужно очень внимательной быть. Ладно, я туда пойду. Ребята, если вы не хотите, чтобы к вам приходили монстры, так же, как ко мне, и пугали вас, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. Итак, 3, 2, 1. Поставили? Монстры не придут к вам пугать вас, конечно, если вы успели поставить лайк. Но мы идем в какую-то очень интересную игру, мне обещали. Тролль-мастер, это как? Что мне нужно сделать? Дорисовать ему лапку? Вот, я дорисовала, он его схватил. Нечего на крабов нападать. Итак, лампочка, это типа идея. Ну, у нас одна идея, посветить себе фонариком в лицо. А, это микрофон, ну, тоже классно. О, нет, я бы точно не убежала. Идея, окей. Так, давайте-ка дорисуем. Что я дорисовала? Ну, хотя бы что-то не очень плохое. Так. Угу, вот так. Вот так. Что ему? Он прячет цветы. Это же понятно. Это, видимо, ее парень, который не знал о том, что кто-то ей дарит цветы. Ха-ха. Либо он его опередил. Здесь должен быть шарик. Я такая молодец. Как я догадалась? Ой-ой-ой. Так, next. О, боже, об кого же ты сломал свою бейсбольную биту? Пам-пам. Можно снова ломать. Next. Так. Ох. Тут вообще что-то все сложно. Он слепой? Или у него закрыты глаза? Может, ему 2 глаза нарисовать? Может, тогда цепь ему продлить? Может, что сделать ему? В руках что-то сделать? Может быть, кругляшок? Какая идея тут должна быть? Много-много цепочек нарисовать. Я просто сейчас от балды это сделала, и... Он зачем-то идет в капкан с закрытыми глазами. Какой-то сумасшедший. Так. Здесь должно быть что-то. Сыр, например. Ты нормальный? Зачем ты залез в мышеловку? Можно было по-другому же сделать. Кровь. Сода, глаз, капельница. Какой ужас. Я надеюсь, сейчас мы когда нарисуем, все будет нормально. А, это Хэллоуин, по-любому. Так, собаку нужно на цепь посадить, потому что если прямо сейчас я ее не посажу, она ее съест. Съешь? Он и так ее съел. И так съел, ну, хоть и на цепи. Зачем ты вантус хочешь ей отдать? Я думала, у тебя будет букет цветов, нет? Подавись. Очень грустно иметь такого парня. Так. У них один бокал. Он стоит с грустным видом. Она почему-то дует на него, как на чай. Я думаю, что нам, чтобы они не поругались, нужно дать ему еще один бокал. Да. Сразу мир и красота. Немножечко вот так. Уколем его. Я злой доктор. Злобный просто. Давай, ты должен тоже это съесть. Видишь, она ест. Давай, перчик. Ешь. Ого! Класс. Вы созданы друг для друга. Куда ж ты тыкаешь? Что же там будет? Огонь, костер, какой-то круг, котел, доска, кругляшок. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Может, ты проснешься, парень? Может, это стол, парта, точно. Это парта, я чувствую. Так, вот это очень сложное задание. Мне придется справиться с ним не без помощи интернета. Вообще не понимаю. Через 15 секунд нам скажут, что делать. 12 seconds later. А я что, так не делала, что ли? Боже.
Я что, так разве не делала? Я так делала. Собачка. Собачка. Собака. Ты зря радовался. Собаки в этой игре кусаются, причем все. Угу. Вижу очертания пера. Кажется, эта птица поможет упасть этому парню. Я ей помогу тоже. Ла-ла-ла, пока! Тут нужен мост. Чтобы построить мост, нам нужно крылья. Нет, нам крылья не нужны. Мостик. Мостик. Вот так. За руки возьмитесь, переверзитесь. Перепрыгните, давайте. Давайте сделаем какой-нибудь кружочек. Квадратик. Треугольничек. Ребята, ну что здесь может быть нужно? Ну вот что? На 18 уровне задания стали гораздо сложнее. Может, надо вот так сделать? Может, вот так? Вот так? Ну давайте же. Ну давайте. Давайте, переходите. Тут должно быть все понятно. Веревка. Веревочка. Может быть, тебе, может быть, тебе, может быть, тебе. Может быть, вот так? Ну, пожалуйста. Я пытаюсь понять, как мне это разрулить. Все, у меня идей нет. Сейчас, наверное, там будет какая-нибудь банальная ерунда, которую я сама могла догадаться. Я не догадалась, поэтому мне приходится смотреть рекламу. Да вы издеваетесь, я так делала! Я так делала! Я так делала 1.5 часа! О, разбитое сердце, нужно его починить вот так. Ой, как красиво-то. Дальше идем. Мыло. Умойся давай. Правильно, нужно мыться. Это у нас в цирке что-то происходит? Я не могу дорисовать бутылку, она не дорисовывается. Давай дорисовывайся. Наконец-то у меня это вышло. Какой у тебя огромный талант. Что тут нужно сделать? Парень стоит, девушка стоит, какая-то палка у нее. Слушай, тебе может к ней не подходить вообще? Нашла его заначку. Представляете, когда убиралась. О, тут будет сложно. Тут мне нужно рисовать какое-то блюдо. Но кто бы знал, какой оно формы. Я это сделала быстро, в секунду. Это потрясающе. 1 тонна, 2 тонна, 3 тонна. Чё грустишь? Вот сразу, когда появился напиток, сразу стало лучше. Ну, великолепие. Тебе жарко, это что ты, где находишься? Бассейн, все теперь нормально. Можно мне тоже так бассейн вот здесь посередине комнаты нарисовать? Наверное, нет. Обстрижем, конечно. Наша задача дорисовывать. И какая разница, какая картина будет. Пока! Зачем он туда себя привязал вообще? Так, вот здесь вот это банки. Стреляй! Ничья, кактус выиграл точнее. А теперь у них тут такая вот история сердечками. Давай обниматься. Лучше с кактусами не обниматься. Жарко. Давай нарисуем дождик. Тучку. Кокосик. Ура! Я поздравляю тебя, ребята. Это прикольная игра. Заставляет подумать и порассуждать и понять, что же хотел изобразить автор. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока!